Команда КВН «Карате». Ну что ж, автобус, встречай команду из дружественного аграрного университета. Аграрный снова, где новая игра сезона. Петь мы не умеем, значит петь нам нет резона. Ну а рэп может зачитать каждый дурак. Ну и мы решили сделать так-так-так. Ну здравствуй, СКФУ! И как вы уже заметили, на сцене прекрасная половина человечества. Прекрасная половина человечества пельмени с пола в кастрюлю обратно не закидывает. Девчонки, я тут, кстати, на работу устроилась гоу-гоу танцовщицей. Это еще что такое? Ну, я танцую на барной стойке в нижнем белье. То есть тебе теперь за это еще и деньги платят? А Катя хотела бы выразить благодарность за знание 3 и более иностранных языков. Спасибо, уцышки! Ловите же есть песню! Антон, ты заходил в аптеку, потому жить на свете без сюрпризов невозможно никому. Катенька, это так талантливо, вот тебе цветочки. Ой, Маш, спасибо, а это от кого? Ну, судя по ленточке, от друзей. Больная стой. Здравствуйте, доставка комплиментов. Зайки, куколки, малышки. Это еще кто такой? О, девчонки, это я заказала. Молодой человек, мне 2 малышки, пожалуйста. Малышка? Это мне? Малышка. Слышь, тварь. Алло, да, на КВН, да. А это не мой заказ? Это я заказала. Спасибо, молодой человек, до свидания. Эй, Диабло! Марат. Мамин симпатяга и папин удар по голове дали ему такое актерское мастерство. Ну что ж, прикол просто хай-фай. Ну и сразу перейдем к прикольчикам, друзья. Опа, барабаны, поехали! Зарисовочка. Итак, в детском японском драматическом театре. Поехали, смотрим. Володя, скажи банка. Угно! Банка. Уа-ха-ха-ха! Аха-ха-ха, твоя мама цыганка. Ну все, тебе конец. Уля. Посмотрим. Чик. Чик. Я все маме расскажу. Ябеда корябеда соленый огурец. На полу валяется, никто его не ест. Ну теперь, синие литочки, let's go к миниатюрейшн. Let's go! Ну что ж, представься, девушке просто так подарили айфон. Смотрим. Дорогая, это тебе. Ну, ты хоть сюда меня, что ли? Итак, представьте, если бы родители отдали Макса Коржа не на фортепиано, а на тромбон. Let's go. Ну что ты, братишка, притих. Обида залита в груди. Не можешь ни хавать, ни пить. В последнее время в торговых центрах очень часто можно встретить именно таких людей. На, держи, не работает. А что за Я просто пьяненький. Ну что ж, дорогие друзья, а в последнее время очень модно делать селфи в необыкновенных местах. Ну что ж. Итак, представьте, девушки пришли на фотосессию в зоопарк. И, конечно же, что-то пошло не так. Смотрим. О, Машка, сними меня на
видео, будто меня змея переваривает. Настя, ты уверена? Конечно, столько лайков наберу, вот девки обзавидуются. Ну что, снимаешь? Угу. О, помогите, меня переваривает змея. Господи, как же мне больно. Настя, пойдем домой, зоопарк закрывается. Фу, блин, с тигром сфоткаться не успела. Рекламы бывают либо хорошие, либо рекламы из ставропольского телевидения. И прямо сейчас мы вам представим одну из таких реклам. Он ведет все свадьбы города, нашего города. На корпоративах делать нечего, позвони ему скорей. Одевай. Открывает свою бабочку. Красиво говорит, приятный он на вид. Поторопитесь заказать. Ах, мой милый, милый, милый армянин. Армянин, армянин. Провидел по свадьбу, милый армянин. На радость маме и бывшему на зло. И вот и заключительный стрижочек. Как-то раз проголодался очень сильно и такой в животе. Я пошел в пушкарь, купил себе пирожочек, а в целлофановом пакетике. Я такой раскрываю пакетик, кушал пирожок, вкусненький, как у бабушки прям. Покушал и вовремя решил выкинуть пакетик. Что-то выкидываю, тут ветер на работе, их задул. И в пакетик вырвал прямо у меня из рук, я бегу за ним. Стой, пакетик, стой! Мы же люди, мы не звери, я в урну тебя выкинуть хотел. А он берет так, раз, и прямо в урну. Хопс. И что Марат хотел сказать этим номером? Друзья, даже пакет понимает, что мусорить – это плохо. Поэтому берите пример с целлофана. Команда КВН Карате, спасибо! Фристайл команды КВН Карате, Аграрный университет. Все знают о выражении, что если тебе плохо, то найди того, кому еще хуже. Ну или зачитай об этом рэп, ёлка-малыба. Ай-яй-яй, 2015, почему бабы должны рожать? 5-5-3, 5-5-3, мы уедем домой на такси, поехали. Быть слабым полом, это очень тяжело. Как сложно ныть все время, не пойми из-за чего. Как тяжело. Девушки, может чай, кофе? Чай, кофе, чай, кофе, чай, кофе. Не могу определиться. Сливки, сахар, сливки, сахар. Господи, как это сложно. Ну что ж, девушки, давайте все вместе, дружно отстоим на митинге за наши женские капризы. Перехожу дорогу на красный свет, потому что зеленый мне не идет. Косметичка. Да! Голосовала за Путина, потому что настоящие мужчины не прячут своих слез. Да! Идти в 3 часа ночи по городу одной, но в туалет только с подругой. Женская логика. Запрещать парню есть в постели, но требовать завтрак в постель. Женская логика. Рисовать брови на бровях. Женская логика. Купить абонемент в фитнес-клуб, чтобы просто тупо спаткаться. Женская логика! Yeah.
я в себя, если что-то, я все равно думаю, что какие-то может быть что-то. Но все равно я иду за победой. Женские аргументы! Приехала в парню, переустановила ему винту! Сломала систему! Купила туфли, в которых реально удобно ходить! Сломала систему! Не спела в караоке Аллегрову! Сломала систему! На полном ходу включила заднюю скорость! Сломала машину! Женщины, бабы, быть слабым полом – большая награда. Но если для мужчин этот смысл не несет, у нас весомый аргумент. Ой, все! Друзья, ну и что хотелось бы сказать в конце? Уважаемые члены жюри, поставьте нам высокие оценки. Мы же все-таки девушки. Женские аргументы! Команда КВН Каратэ, спасибо!